Всем привет! Димас уже записал часть на другую экшн-камеру, потому что мы разделились. Ой-ой, машина-то проваливается под снег. Прямо ее тянет. Короче, мы едем, нам надо вон туда на гору заскочить. Мне уже это не нравится, Андрюх. Вообще не нравится. Ну да, размыто слегка. Вообще не нравится. А вон там низина с этим. Со льдом. Надо выйти опять посмотреть. Тяжелая. Тяжелая машина. Да вообще не говори. Что они делают, какие-то 700 килограммов. Ну там и там проваливаем. Мы едем, а вот там их хер пойми. Видишь, там что-то, кто-то месил. Да мне кажется, просто растаяло. Думаешь? Надеюсь. Что, давай подъеду туда. Иди туда. Давай. Да херня. Счастье было недолгим. Все-таки он проваливается в эту кашу. А, ты все, уже поехал? Только не в супер-вовкер. Ну все, ура-ура, мы доехали. Дорога была гипер вообще страшная. У меня прям потом руки, ноги, все тряслось. Андрюха, он достал уже камеру. Сейчас мы все остальное выгребем и вон туда полезем. Обратно думаем, то ли ехать по этой же дороге, но с горы тоже страшно. Может стянуть сугроб и просто назад уже в гору точно не уедешь с сугроба. Либо есть дорога вперед. Но вперед мы еще не знаем. Мы, наверное, маленько вперед пройдем перед тем, как уезжать. Может, там получится, что она нормальная, потому что туда тоже протоптано. А, она и длиннее. Ну, короче, подумаем. Тут вроде вон пятачок есть, чтобы развернуться. Ладно, мы сейчас комплектуемся. Потом включимся дальше. Вот так поднимаем кабель. Потому что вдоль лестницы тут вариантов. Так как с бобины палки с собой нету. И веревку не взяли, чтобы растянуть тут как-нибудь ее. Чтобы она болталась. В итоге Андрюха лезет. Я тут как поручень держу ее. Конечно, плохо, что на это время тратим. Но посчитали, что это будет быстрее, чем мы сейчас будем искать тут для чего. Он наверх сейчас залезет. Он сейчас уже на 30 метрах. Он, правда, еще до хера лезть. Но закончим там. Пока я буду прикручивать себе камеру, с ней подниматься. Он уже повешает трубостойку, потому что кабель-то уже проложен будет. Быстренько крепим его, спускаемся вниз и делаем внутрянку. А потом надеемся на то, что дорога что-то потеплела, все тает, начинает. Как бы нас дорога не подставила обратно. Ну, будем думать, как выбраться с этого плена. Тут, конечно, можно дойти до машины, до техники, там ходят. Лесовозы, все дела, Кразы, Уралы, может быть, что-нибудь и доедет до нас. Но вариант вообще не очень, если честно. Застрять здесь. Ну, посмотрим. Будем надеяться на лучшее. Ну, прям с это завидую тем, кто на югах работает. У них явно такое нет уже. Ну, хотя зато летом жарко. Дико, наверное. Ну, хотя жара не холод. Можно и стерпеть. Спустились вниз, наверх не получилось поснимать. Там просто ветер шел со снегом, потом дождь пошел. Мы там офигели. Вот именно когда все сложно и интересно вешали. А потом он стих, как назло, когда трассу крепить. А трассу крепили уже просто вдоль лестницы. Тут нам повезло. Сейчас шкаф вешаем. Чудо еще инженерии. Вот тут вот разберемся. И полетим на следующий объект. Сегодня по плану у нас 5 штук. Нам 2. Димасу 2.
И одну всей толпой вчетвером сделаем. Если 5 сделаем, то сегодня офигенно. Дорога очень сложная. Диман тоже говорит, застревал. Нам обратно ехать тоже очково, не застрять бы. Да давай даже на ролевей. Туда, в чем место будет, сюда не подходим. Ой, без матов. Ну сюда кого-нибудь повешим. Ну все, погнали. В общем, все сделали. Все заработало. Тут все. Короче, все, красота, по красоте, как всегда, мы молодцы. Но жопа в том, что камера висит криво. Горизонт типа завален. То ли нам дед подставу сделал, металл криво сварил, то ли что. Короче, надо лезть наверх. Там плюс у камеры есть маленький типа люфт. Крепление, и надо этот поправить. Сейчас заодно и покажу, что там наверху сделали. Из-за ветра не мог. Погода зато шепчет просто. Вот что не работает, а? Мчим. В общем, опять ветер поднялся, но поправил камеру. Все это сделали, вот. Горизонт был завален, поправил, все нормально. Ну, блин, целый час на это ушло. Одна горочка осталась, и не выбрались. Но, на счастье, связист спасет связиста. Попались ребята на более серьезной технике. Сейчас посмотрим, как оно. Как чувствуешь прилив лошадей? Нежно, мягенько. Ну, буквально чуть-чуть, вот один бугорчик нам хватило. А. О. Опять меня бегать заставляют. Да. Ну, как котенка его туда-сюда. Да. Повезло нам. Давай, на этого зверя. Давайте, спасибо, мужики. Трек. О. А, у нас веревка еще. Как он удачно сюда заехал вообще. Передайте. А, не, надо сначала показать ровную. Ровную дорога, да. Короче, крайне тяжелые объекты вообще даются. Прям на измор. Все труднодоступные. Машины прям устают от этого всего дела. Ну, один камень, один день, одна камера. Да, вообще, ну, как-то хреново получается. У Димы по две. Сегодня у него вообще в планах три успеть. А мы... что вчера в какой-то жопе были мира, просто встретили сегодня вот те, кто нас вытолкали, это ТТК, помогли нас, связисты связистов спасают. И получается, спросили про ту, куда мы вчера не попали, деревню. Они сказали, туда все, не суетесь, туда уже типа все, только зима. Последняя машина проехала. Да, типа, поэтому сейчас вот поедем на еще один объект и постараемся его успеть, хотя бы две, ну и куда. По плану было сегодня в 4 закончить, но мы 4-то и закончили. Только что
нам пришлось антенну, камеру эту юстировать, крутить там, так сказать, уровень якобы. Там человек право-лево путает. Короче, поправили все нормально, все горизонт ровен, видят, все видно. Все устроило, но потеряли из-за этого час. Потому что то он подождите, то он крутил полчаса ее туда-сюда. В итоге час времени прошел, пока я наверх слазил. Потом наверх я вообще почти без перерыва залез, потому что без сил надо было по-быстрому залезть, все сделать и спуститься. А по итогу продолго прождали. Ты что такое? Челленджер? Угу. Что тут челленджер забыл? Бегай себе. Что тут челленджер в этих краях делаешь? Он, наверное, туда же поехал. Наверное, да. В какой жопе только побывали, а? Самое стрёмное, что сейчас такая же нас ждет. 85 ну, метров. Башня, да, 85 метров. Тоже некомфортно. По крайней мере, погода наладилась. Ну да, но того, только светового дня осталось максимум 2 часа. Mm-hmm. И все, и получается, нам надо сейчас по-быстрому вылезем, камеру достанем, трубу достанем. Чисто для верха, что нам надо, кабель, всю фигню достанем. И полезем быстро вверх, смонтируем, пока светло еще, я думаю, успеем как раз. Все, на новой базе. Все, отвалилось крепление. Все-таки. Придется только с рук. В общем, идем к базе, вон туда, опять такая же 80, точнее 85. Андрюха уже дошел, а я еще за ним иду. Снег опять по пояс, хоть деревня, но дороги нет. Опять переться. Устал я уже за эту командировку. Капец как. Ныряем. Дорога вообще изматывает просто. И снега по пояс. И дорога плохая. Тяжело ехать. Постоянно машину туда-сюда кидают. Ну и жалко. Фух. Ой, ура. Трава. Увидимся. Или наверху. А, я фонарик забыл.